28 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в области за минувший понедельник. В 24 случаях болезнь протекает симптомно, в 4 без. В городе Актобе выявлено 19 больных, включая 2 бессимптомных. В Мартовском районе коронавирус диагностирован у 5 человек и по одному носителю инфекции обнаружено в Алгинском, Кубдинском, Иргизском и Шалкарском районах. Всего по области зарегистрировано 33 453 случая COVID-19, из них 25 428 симптомами заболевания. Выписаны по причине выздоровления 31 882 пациента. Заболев коронавирусом, поступил я в очень тяжелом состоянии, с большой температурой и с двухсторонним воспалением легких. Назначив мне лечение правильное, я считаю, они меня, считай, поставили на ноги. Вот. Я поступил, ведь не только с этой болезнью. У меня осложнение, как сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. С такими осложнениями, конечно, очень трудно победить такую болезнь.